если бы не было поляризованного светофильтра, вообще бы ничего не было видно на экране. Так и хочется ногу давить. Педали газа. Это первый признак. Хотя ощущение, самое что есть, нормальное. Но вот желание увеличить скорость, это первый признак.
99 километров. Конечно, желание проехать побольше еще есть. Но, говорю, вот надо объективно смотреть на ситуацию, на обстановку. В движении уже больше 10 часов, пошел или отдыхает.
Так, сворачиваем. Мурманское шоссе, Мурманская трасса. Thank you.
ягодники. Я не умею грибы собирать. Thank you.
аллея красивая, правда? Thank you.
интенсивное движение все-таки. Плохой эффект, когда на закате или на восходе солнце бьет в бок. Пробивается через деревья, как стробоскоп, такой удар по глазам. Спасение, это козырек. Просто солнце защитный козырек. Снимается и разворачивается. Thank you.
Конечная точка сегодняшнего маршрута – это стоянка Акова. Этот навигатор ведет какими-то тропами. Так, 8 километров до финиша сегодняшнего дня. Сейчас проедем под Мурманским шоссе. Н18.
на стоянку Кола. Это обременное название. Трасса Кола. Поздно увидел разрывы в сплошной полосе. Слишком короткие они. Поэтому так лоханулся. Так, 3 километра до стоянки. Где же эта стоянка Кола? Прием лома. Это не Кола. Вот
еще 3 километра. Ну ладно. 33. Странно, я же называл, забивал стоянка Кула. Почему она меня сюда привела? Построение маршрута я забил финишную точку стоянка Кола, а она меня повела хрен знает на какую-то другую. Звонил на стоянку Кола, и мне сказали, что там есть и туалет, и душ, и все такое.
6 километров еще. Вот это что за трасса? Я не знаю. Мурманское шоссе. Блин, если правильно поставил финишную точку, уже было на месте. Давно был бы на месте. Невнимательность, блин. Даже и приехал. Но совсем другая была. Блин, круг сделал.
что-то. Все правильно говорят, это стоянка Кола. Только почему на сайте там другой вид совсем был? Может, их несколько? Или может быть старая? Так, 200 рублей, туалет, душ, без проблем. Чтобы не помешать людям. Я не знаю, не оставить Пойду посмотрю, как со стороны это не будет мешать никому.
как все сложно, как все просто. Так вот, будем считать, что я встал нормально. Ну все, останавливаюсь на ночевку. Утром поделюсь впечатлениями.